Глава района Андрей Дорошевский вместе с депутатом законодательного собрания края Сергеем Орленко посетили школу номер 36 станицы Новодмитриевской. Учреждение достойно несет имя Андрея Кравченко, полного кавалера Ордена Славы и старшего сержанта гвардии. Выпускники школы участвуют в специальной военной операции, в том числе и по доброй воле. А ученики с педагогами активно собирают гуманитарную помощь. Собрали наши новодмитриевские, помогли немножко с Новознаменского и Северские вместе на силу. В этом году в школе открыли ресурсный центр «Точка роста». А благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» получили новое оборудование. 31 ноутбук, 3 интерактивные панели, 3 видеокамеры и 1 МФУ. Кстати, здесь ребята занимаются не только основными предметами, но и готовятся к экзаменам. Сейчас у учеников 9 класса подготовка к математике. И новое оборудование здорово помогает. Здесь у нас варианты разобраны. Сейчас мы готовимся, разбираем варианты. А вообще есть еще у нас доска, слупы, чертежи. Все быстренько убрал. Можно загружать готовые файлы. Изменения есть не только внутри, но и снаружи. Выполнили капремонт ограждения. Есть у руководства школы и еще одно желание – открыть рядом спортивную площадку, на которой смогли бы заниматься не только ученики, но и жители станицы. Посетили и сад номер 35 поселка Афипского. Здесь по поручению главы района отремонтировали теневые навесы. На ремонт теневиков выделили более 1,5 миллиона рублей из местного бюджета, а также около 600 тысяч рублей из внебюджетных источников. Здесь будут обитать 4 группы. Здесь подготовительный возраст, там младший возраст, здесь средний и там старший возраст. А что было в теневиках сделано? Здесь был залит пол. Фундамент постелен линолеум, оббита новая вагонка и обшит снаружи профиль. Сейчас оснащению и ремонту образовательных учреждений Северского района уделяют особое внимание. Каждый сад и школа должен быть укомплектован всем необходимым для удобства и комфорта детей.